Всем привет, друзья мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Отдыхала от видео 2 дня, потому что не успеваю загрузить те, что сняла раньше. И сейчас воскресенье, 8 часов вечера, и мы идем кушать со Шкевом тантуни. Сегодня решила приготовить тантуни из печени. Сейчас вам покажу. Пожарила печень слегка. Ну, вот у нас такой сегодня к тантуни, что положено, все приготовила. Сейчас вот печень поставлю. Можно, кто хочет, чайковте. Какие к тантуни? Лучок и помидорчики. Больше ничего не нужно. И, естественно, лавашек, который мы заказали. Ну что, будем мы кушать? Ашким гель, не мех еджес. Приятного нам аппетита. Ашким идет. Всем привет, друзья мои. Сегодня какой-то день странный. То есть день-то нормальный вроде бы, но на душе какая-то тяжесть. Непонятно, что причин на это не вижу никаких веских. Но какое-то предчувствие есть непонятно какое. Если вдруг мои предчувствия совпадут с реальностью, то я это выставлю на своем канале, это видео, а если нет, то я его сотру. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Когда у меня такие моменты, моя душа что-то предчувствует. Посмотрим, что это. Дай Бог, чтобы это было не так. Мы только что пришли с базара, купили очень много банан, купили прасо. Приготовлю прасо. Купили также клубнику. Клубника по 15 лир. Чеснок 10 лир. 10 лир купили. Лимоны по 2,50. Сегодня дешевый базар. Мне понравился. Зелень по лире. Вот это вот все. 3 лиры красная капуста. Вот это вот красная. 10 лир заплатили вместе с зеленью. И очень дешевая белая капуста и брокколи. Это по 2 лиры. Это 3 лиры брокколи. А также я планирую завтра пойти в гости. И купила моему мальчику такое вот, гости, как вы догадались, платье. И купила ему, Ашкин купил вот такие гостинцы. Надеюсь, ему понравится. Вот такой сегодняшний наш базар. Решила все-таки опубликовать. И немножко успокоилась. Позвонила маме, у нее все в порядке. А у них все в порядке в Батуми. Ну и все, душа успокоилась. Потому что я днем звонила, и она была недоступна. И что-то сразу такие мысли плохие приходят. Вот именно с родителями, не так ли? А сейчас, когда мне плохо, я чем-то занимаюсь. Вот не, когда у меня бывают такие моменты, то мне нужно что-то сделать. Что-то приготовить вкусное. Заняться уборкой, чем я сегодня занималась в понедельник. В воскресенье я не занимаюсь такими делами. Поменяла постель. Ну, как всегда, по дому хозяйка всегда найдет какую-нибудь работу. Кстати, белье постирала, но не повесила, потому что на ночь не хочу вешать. Сложила все с базара, приготовила вкусный ужин Ашкыму. У меня сегодня разгрузочный день, мои хорошие, надо уже приводить себя в порядок, разгружаться. И так как завтра я пойду в гости, то сегодня решила сделать разгрузочный день. И я приготовила, сейчас покажу, что приготовила я моему мужу. Красивый соус я ему приготовила, но захотелось мне. Вообще не думала, буквально за 5 минут придумала что-то ему приготовить и повозиться на кухне, и вместе с этим забыла про свое какое-то непонятное настроение. Вот не пойму я, что все у меня нормально, с мужем все в порядке, дурачимся, бесимся, но что-то вот не пойму, что со мной происходит. Друзья мои, что я приготовила? Вот такой сделала красивый плов. Это мы вчера делали тантуни, осталась печень. И, естественно, любой турецкий плов, и обязательно нужно к любому
плову нужно подавать йогурт, а также айран я сделала вчера. Купили свежую редиску, сделала свежий салат, и вот такой красивый ужин я сегодня приготовила. А я, чтобы сегодня на фруктах, и пока он будет ужинать, я пойду займусь глажкой. Столько собралась глажки, так что, друзья мои, надеюсь, вы тоже так, когда у вас что-то не в порядке с душой, да, вы тоже занимаетесь чем-то по дому, не так ли? Пишите в комментариях, кто чем занимается. Буду с удовольствием прочитаю и о ваших хобби, о ваших любимых занятиях. Всем привет, друзья мои! Иду в гости с гостинцами. Погода сегодня такая в Мерсине. Пасмурная, но это не мешает. Иду развеяться, а то только работать, работать, дома сидеть, не так ли? Ждите. Не переключайтесь и ждите, увидите, к кому я иду. Сейчас мы будем заезжать в район Теджи. Я вам покажу со стороны. На улице заворачиваем налево, только так можно попасть сюда. Маршрутки, транспорт работает хорошо, часто, так что проблем не будет ни у кого. Вот мы поворачиваем, и мы сейчас уезжаем в Теджи. Здесь много бахчи, садов, огородов, скорее всего, огородов. Ну, там сады тоже я видела, мандариновые. Можно и так тоже, можно. Мы въезжаем туда. В связи с строительством дороги немножко не ахти. Ну, это все временно, сами знаете. Вот здесь вот, что это здесь находится? Какие-то летние дома, наверное. Может, пансионы какие-то. Летние. Дороги делают, асфальт. Вот, и там море. Здесь снова огороды. Дальше. Автобусы часто ходят, транспорт, я смотрю. 26-й, 10-й номер. Вон, видите, сколько еще автобусов. Там конечная стоянка. Ну, а я скоро выхожу. Остановки, вот магазины, Шок, Бим, Юзбир. Это такой вот небольшой центр. Там мебельный, я смотрю. Убирают улицы, асфальтируют. Идет строительство, новостроек очень много. Видите, там впереди красиво. А мне надо идти туда. Очень много продаж. Смотрите, сатылык, сатылык. Везде продаются. Можете посмотреть номер телефона, если увидите. Как посмотреть номер телефона? Вот я снимаю, а вы потом увеличите,
остановите, делайте паузу, увеличьте. Тоже красивый дом, я Шам Эвлер. А вот я иду в то сито, вот видите, впереди. Очень много, это, конечно, здесь мусор пока, но все здесь в процессе строительства, так что можно простить. Вот такие новостройки, иду в гости. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.